Эге-гей, друзья, вашему вниманию я предоставляю обзор и распаковку DualShock 4 белого цвета для PlayStation 4. Этот девайс я приобретал в магазине GameStore.by. Отличный магазин, хорошие у них товары, все есть, реально все есть. Вот, ссылки будут в описании. Заказывайте, смотрите, что вам интересно, нравится, покупайте в Беларуси. Покупную цену я ничего не буду сейчас объяснять. Быстренько распакую, покажу. И на этом можно заканчивать видео. Сейчас я вот немножко прошу прощения за такой формат. Без монтажа. Просто очень устал сегодня, на турнир ездил и так далее. Можете понять, какой у меня пыльный бук. Тоже заинтересно. Ну, еще и кошак орёт с придачей. Ладно. Сейчас мы тут карабинцу это откроем. Так. Кроме самого DualShock'а у нас тут и нет ничего, никаких шнуров, мануалов и так далее. Он, кстати, полностью белый. Я думал, он будет такой, как... Прошу прощения, что-то я совсем устал. Думал, как красный, то есть вот эта вот верхняя часть будет определенного цвета, а вот эта вся нижняя, она будет черной. Но нет, полностью. Вот такой вот. Отличный джойстик, мне очень нравится. Мне как раз второй нужен был. Сейчас скоро Mortal Kombat X выходит, так что надо брать такие вещи. Вот, ну что ж, это был белый DualShock. GameStore.by. Звоните, заказывайте, покупайте. Отличный магазин. Вот, всем пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь, смотрите другие видосики, распаковки и так далее, тому подобное. Всем удачи!